Парни, пришла осень, и встал вопрос по поводу, как заводить плеер дистанционно с его стандартным брелком. Мучился, в общем, понял, что это делается не так, как объясняют на ютубе, совершенно по-другому. Нажимаете на закрытие машины, она закрылась. Нажимаете на первую кнопку один раз и потом резко же на нее держите без перерыва. Потому что в интернете я видел такой вариант. Нажимаете раз и потом еще раз, два, три ждете. И он должен завестись. Видите, он не заводится. Немножко по-другому. Нажимаете раз и потом резко надавливаете. Раз и резко надавливаете и ждете. Вот он завелся. Надеюсь, поможет всем. Всем хорошего дня.